указано. Ждите наверху, у выхода. У вас, надеюсь, ничего такого нет? Чего? Ну, вроде пистолета. Нет, у меня на крайний случай ампула. Какая ампула? Ну, ампула зашита. Яд. Боже мой. Ну что ж, умирать сюда пришли? Да так, на всякий случай. Я же вам сказал ждать у входа. Стойте, не двигайтесь! Все ваши трупы. Что? Ничего. Вам попали первым. Вот он и полез не туда, с перепугу. Эксперимент. Эксперименты, факты. Истина в последней инстанции. Да фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. Почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано. Другая сволочь похвалит еще рано.
душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные. У них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут. Ну и весело же вам. Боже мой, да теперь вы 100 лет жить будете. Да. А почему не вечно? Как вечно жить?